А всем снова здравствуйте, с вами Техномаш, мы продолжаем гнев, и я еще раз туда сходил, в рубеж живых, и тайны 8 из 11. Три секрета взять там просто невозможно. Там невидимые стены, туда просто нельзя пройти, где секреты расположены. Ну, один, который наверху, вот вы видели, да, в прошлой серии, я не мог взять из-за невидимой стены. Есть подозрение, что эти... стены заглючили или что, или появились только потому, что я там, ну, прыгал не туда, куда надо. Короче, проходил уровень неправильно. Ну ладно, хрен с ними, с этими секретами. Когда-то стражи, его подданные, были великими мастерами и строителями. Они понимали природу металла, тепла и света. Они приручали силу. О да, силу они понимали. Ничего себе. Так, пойдем сейчас наверх. Быстренько поставим еще одну реликвию. Вот она. И осталось две. Череп и какая-то хрень непонятная. Ну, вот это я бы хотел оставить на самый конец. Поэтому пойдем мы, наверное, вон туда. Патроны на ружье заодно можно собрать. Это что-то полумясное, полуиндустриальное, судя по виду. Пыточные камеры. Бля, а тут свалиться можно, ни хрена себе. Но там наверху граната пустоты, а тут какое-то место интересное. Бля. Пулемет полный. Пар из труб, ну я так полагаю, он бьет. Тут есть броня, хилка. А, ну я понял. Это вот так делается, это несложно. Главное не улететь вниз, блин. Елки-палки, это еще один пипец, какой опасный уровень. Полный каких-то ям, ловушек, дыр. Тут еще и пар добавили. Я подожду пар. Здрасте, блин. А лифт обратно не едет, да? Берем патроны. Ай, бля. Ну да, пар бьет. Собственно, проверил на себе. Да хватит лупить, падла. Стоит, настреливает, блин. Надо хилку брать. Тут на начале была, вот она. А, и броня была. Че я? Вот. Ё-моё, я заметил. Блин.
Офигеть. А тут тоже щель. Поэтому берем осторожно. А, да, там у нас отверстие. Секрет. А, собственно, у нас же печати откровения есть. Есть. Вот чё бы их не использовать. Осталось-то всего два уровня, получается. Этот и следующий. Ну-ка, сейчас пар закончится. Да, сюда можно залезть, вот была броня. Хотя это и не секрет. Сколько чего, где? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Полезли, блин. Ха! Размазало. И мозги свои оставил. Блин, сдохни. Отлично, они передохли. По-моему, там еще сверху кто-то есть. Так и да. Вот он. Красавчик, блин. Ладно, теперь надо попасть как-то сюда. А, собственно, вот так сюда и попасть. Что придумывать? Тут при желании сюда можно попасть, и вон туда можно попасть. Ой, как страшно тут. Там что-то есть, но, по-моему, не тут. Ох, бля. Чё-то я как-то это... Что-то подобного ожидал. А, ну опять выключатели. Вот какие-то такие непонятные штуки. Плюс нам дали бессмертие. Ладно. Бессмертие, так бессмертие. А тут еще ключ есть. Блин. Я бы пропрыгнул лучше, если честно. Ну нахер. Столкнет еще. Надо сейчас вернуться назад. По-моему, там еще были лечилки где-то. Как минимум одна. А, и заодно пистолетные патроны соберу. Так, вот это было. Вот еще одна. И еще одна. Нашел. Все. Ну и местность. Местность, блин. Так, нет, это вот так лучше сделать, оно нафиг столкнет еще. А, ну тут у нас пойти некуда, в принципе. Там, нет, там значительно ниже все. Не с этой стороны. Я бы сохранился, 5 сохранок. Теперь пойдем вот здесь, блин, через эту задницу. А у нас есть эфир смятения, да? Давай, смещайся. Или как-то там. О,
он там наваливает нормально вообще. Ха, нормально. С воздуха прям вылез. Какой интересный статуй. Откуда? А, вон ты где. Понял. Готовченко. И тебе туда еще подарок. Ёлки-моталки, блин. Эти еще бегают, придурочные. Будем сейчас аккуратно осматриваться. Тут пара нигде нет. А, святилище, отлично. Я так понял, в самых здоровых черепах содержатся боеприпасы, там лечилки. А в мелких, типа, может быть, ну, броня. Или мелкие лечилки. Хотя, тоже смотрю, не факт. Так, вот этой, блин, святилищем я пока пользоваться не хочу. Что у нас есть? Сосуд жизни есть. Блин, тут еще парилка есть. Хорошо, 120 здоровья набрали. А, ой, тут труба такая идет как раз. И, по-моему, там секрет. Эх. Опасно. Но реально. Чё, блин? Кто там, рыба? Там рыба была, что ли? Да. А тут была синяя броня. Вот и хорошо. Патроны на пулемет. Ключ. Оба-на. Я нашел еще один секрет. Злобный анимус. Я его называю яйцо, потому что он, собственно, на яйцо и похож. Из которого эта штука вылупляется. Так, блять, сука. Да, блин, долбанная инерция сыграла со мной злую шутку в очередной раз, блин. Кому это пришло в голову так делать? Я всего лишь хотел попасть куда-нибудь сюда. Сохранка, ну, не знаю, пользоваться ей сейчас. Можно и сейчас, в принципе. Она ж тут, наверное, не просто так стоит. Вон, персонаж аж сам прыгает. Есть броня еще. Есть ключ, и вон туда можно попасть. Я даже знаю как. Как-то вот так. Оп. Оп, все. Сейчас нужно брать ключ и готовиться к последствиям, блин. А вон там еще кислота. Фух, я вот думаю, что бы использовать-то. Анимуса можно использовать. Да я вот как-то вообще... Без сомнений был, что так сейчас произойдет. А мы куда-нибудь сюда спрячемся сейчас. А оно там пускай валит всех.
Да что ж ты... Так, анимус кончился. А так как этих придурков тут дофига, надо все-таки что-то с ними делать. О, не зря. Да блин, сколько у вас тут будет появляться? Да ладно, как будто он у меня последний, у меня еще есть. Неплохо. Жадность фрая разгубила. Где там эти топотушки еще топотят? Аккуратно, пар. Где-то наверху они. Вон там. Ну да. Не совсем. Да блин, охренеть можно. А, у нас полный этот, да? Да ладно. Да лови, блин. Возьмем еще шлак. Ни хрена себе, за один ключ уже порвать хотят в клочья. А можно не надо. А, кстати, у нас есть ключ от сундука, есть сундук. О, заметил. Да нахавай, блин. Хотел шлаком закусить, закусил. О, ёпта. Так, где этот мелкий гаденыш? Ух ты. Ух, блин. Тут вроде секретов никаких не предполагается, но... Но тут что-то есть. Да. Я не ошибся. Тут что-то было. А иди ты лесом, бля. Охренеть, зажали в узком переходе. Сейчас что, по одному сценарию все будет происходить? Зажимание в узком переходе? Я им что, девчонка, блин, зажимать меня в узких переходах задолбали. Есть ход сюда, в принципе, красный, и есть кристаллизатор. Понятно. Щит можно использовать и кислоту. Офигеть. Ну да. Да, уровень капец сложный. Шагу лишнего нельзя сделать вообще. А я сейчас сделаю по-другому. Вот так вам, блин. Четверых двумя выстрелами. И заодно с этими сейчас также разберемся. Я офигею, блин, тут места охренительные. А, да. Чё, парком, да, прижало?
попарилась в баньке. Ох, ёп. О, еще один. Да, вы-то откуда взялись, блядь? Писец вообще, я офигею с этого уровня, блин. Знаешь что? Пошел нахер. Так будет в разы проще. А, бессмертие. Но, блин, и где я после бессмертия хп буду набирать? Опять сердечко использовать? Так, надо брать патроны и хилки. Вот так, аккуратно. Все, 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 я понял. Я думаю, что сохраниться надо прямо тут. Сохранки есть, а то опять переигрывать черти сколько. Из-за того, что я куда-нибудь не туда наступлю. Ага. Тут порядок. Не-не-не. Давай мы с тобой вот так вот разберемся. И не будем даже мозг себе чесать. Там есть какой-то секрет с темной броней. О-хо-хо. Мне это интересно. А тут можно перепрыгнуть на ту сторону. Вот здесь, вот туда. А куда еще вот можно пойти? Можно пойти сюда. Да ты умрешь или нет? Опять головастый прилетел. Ну лети сюда, тупой, блин. IQ ниже плинтуса, блин. А-а-а. Тут есть заряженный булава. Скипетр тут заряженный есть. Чё это шумит так страшно? Я вижу уже. И там еще есть выключатель. Господи, что это за звуки такие жуткие? Я таких не слышал. Ой. Главное не свалиться. Ну, не без выключателя же. Что-то топает. Что-то прямо сильно так страшно топает. А, нет, давай, мужик, ты сам как-нибудь это, утилизируйся там. Вот, а то с этим опасно связываться. Блять, задолбали эти люфтеры. Ну беги сюда уже.
Где-то есть там психушка. Вот так тебе по голове, бздынь и все. Очень-очень осторожно ходить тут надо. Не шутя себя. Чё-то мне это не нравится, блин. И перепрыгнуть туда, наверное, не получится, да? О! О, там дискотека была вообще знатная. Да. Сколько вас там бежит в очередь? Ой, бля. Тут просто в это, я не знаю, в этом уровне капец как это. Очково шаг ступить лишний. Ну хотя бы пулеметных патронов тут дофига. Есть броня. Ну ладно. А, вот мы и на этой стороне, собственно, отсюда. Ага. Тарам-пам-пам. Кровавый кубок. Ну, это означает, что сейчас будет бойня. В таком случае я возьму бессмертие, включу. А потом подберу кубок, чтобы восстановить здоровье. Если, конечно... О! И мы на бессмертии сейчас тут будем нормально так все разваливать. Вообще нормальная стратегия сейчас была. Да сдохни, блин. Ой, как много пара тут. У меня ощущение, что я пошел не туда. Погодите-ка. Нужно вернуться немного назад. Нет, тут я собой доволен, прям вообще хорошо все получилось. Но мы сейчас вернемся чуть назад. Во, вернулся, блин. Я хотел сходить тут. О, нифига себе, еще одно бессмертие. Хотел я сходить тут, где была комната. Вот это. А, тут, кстати, есть, во-первых, еще патроны. О, и даже еще один ключ. Вот сюда я хотел пойти. Всех, значит, переколбасили. Тут была сохранка. Вот. Вот это место, где можно перепрыгнуть. Вот сюда я хотел сходить. А? Интересно. Я бы сохранился прямо тут. Честно говоря... Может, и не зря. Тут еще какой-то выключатель есть. Интересно, что я выключил? Или включил?
Может, я там открыл, кстати, внизу? Погодите. А внизу у нас вот ход был. Вообще какая-то стена сломанная. А, ёлки-палки, так я вход в секрет открыл. Хорошо. Очень хорошо. Угу. Надо что-то думать. О чем мне думать? Лучше всего использовать шоковую волну, когда окружен врагами. Не. На этих шоковую волну тратить слишком жирно будет. Но вот тут я верю, что они из крови вылазят. Хорошо, теперь смотрим, где тут есть секреты. Блин, тут еще и сверху шипы. Не хватало, чтобы валилось еще. А. Я, кажется, допетрил. Это вот так сюда, это вот так вот сюда и вот так сюда. Во, следующее помещение. Ничего себе, как вас много. Ну все, здесь максимальное количество зарядов 20. После них уже душ не остается. Дубинатор мощный такой, да. Секрет находится... Где? А, я понял. Я понял, кажись. Сейчас посмотрим, как тут. Залезть можно. Вот так. Вот так. И за стенку как-то нужно попасть. Но... Блин, я понял, как залезть. Может, отсюда получится, да. Ха, печать откровения еще одна. Отлично, у нас теперь будет печать откровения еще и на уровень с боссом. А, ну, собственно, я-то что спрыгнул? Мне-то надо опять вылезать отсюда. Только теперь уже вот сюда куда-то. А вот и темная броня, которую мы видели. И выключатель. А, вот как эта дверь открывается с той стороны. Все, я понял. Ну вот. Это мы все взяли. Теперь идем в эту сторону. Куда и шли, получается. Ты, блин, звук этот, это кошмар. Там где-то еще лежит... Очередная летопись. Так, вот сюда мы шли. Сюда, 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 сюда. Вот сюда. Блин, а чё я, собственно, тут же никого нет уже. Все, потом выходили вот тут. Вот сюда. Здесь была бойня небольшая. И вот нам куда идти. Блин, порует капец. Сохранюсь еще на всякий случай. Хрен его знает, что сейчас тут будет. Да я, в общем-то, как бы... Как бы и задолбали они, блин. Ах ты, сволочь. Я офигеваю с этих звуков. А, это булава, может быть, орёт реально. Но тут я хрен его знает. Куда тут? Тут где-то... А, блин. Дыромаха. В стене.
Тайник. Да ладно, вентиль, серьезно. Ну-ка, что, перекроют пар? Так и да, оно пар перекрывает. Ха, отлично. Нам теперь пар не страшен. Блин, какая-то адская котельная. Тут мы упадем ниже на уровень. Нам туда не надо, мы там были. Надо попасть вот сюда. Посмотреть, тут может чего есть. Есть дробовые патроны. Блин, вот этот рык, конечно, меня так напрягает. Что ж с вами сделать-то? На своих перестреливай, задолбали они. Пусть сами друг дружку валят. Надоели. Бессмертие. Блин, бессмертия очень много. Блин, там что-то вылезет большое и страшное, наверняка. Тут еще какие-то секреты где-то есть. Я понял. Иди нафиг. Козел. А там брони где-нибудь была вообще? А, кстати, да. У нас же есть еще два ключа от сундуков. Да гребаная дробь. Что же она такая косая? Охереть. Я понял, тут можно как-то залезть. Раз, два, потом три и туда. Я понял, кто залез. Сейчас залезем. Ну, полезно. Хорошо, это полезно. И тем более этот кристалломет, кристальная пушка тоже полезная. Надо сохраниться, прежде чем здесь выеживаться. А вот сейчас будем залезать. Ну тут ничего сложного совершенно, вообще вот от слова совсем. Раз, раз, темная броня целая. Круто. Вот и все. Собственно, кристаллизатор сейчас возьмем. Еще куда-то нельзя попасть, вроде нельзя. О-хо-хо-хо-хо-хо, я понял, что сейчас будет. Сейчас будет пипец. Да-да-да-да, вот про это я и говорю.
хлобысь готовый. Саечка за испуг. Саечка за испуг. Саечка за испуг. 218 хп. Вот так, блин. Вот как это надо было делать все. По уму. Кто там дышит, блин? Да кто-то страшный дышит все еще. Эти дыхалки как-то вообще напрягают сильно. Ну, вот, собственно, синяя дверь. Еще один ключ есть от сундука. А как? Тут ощущение, что можно попасть сюда, потом вот тут на трубы, потом туда, вот сюда и вот сюда. То есть как-то по кругу тут можно попасть. А как попасть тогда? А, ну понятно. Собственно, вот так сюда и попасть. Так, потом сюда. Тут тоже должно быть, кстати, несложно в целом. Тут чуть ли не пешком можно все это пройти. Оп. Вот вам и секрет весь. Ничего такого прям. Получается, остались секреты только впереди. Я не знаю, опять же, насколько эта серия будет длинной, но мне этот уровень не кажется слишком длинным. Вот эти вот сейчас могут поехать. Пластины. Значит, нужно... до бессмертия, если что, ставить. Ох, нифига себе, как интересно. Ладно. Что, третий ключ, да? Желтый. Нужно читалку эту собрать. Блин. Ну я понял, как ее взять. Главное не чебурахнуться нафиг. Вот. Куй пока горясо. Все. Это на китайском, что ли? Куй пока горясо. Ну хорошо. А что еще, блин, остается? Тут еще можно выше залезть. Во. Отлично, эфир смятения. То, что надо. Это, блин, это капец. Просто охренеть. Патроны на пулемет. Полные. Вот это... блин, вот это вот, конечно, система. Тут есть еще что-то ниже, то есть нам куда-то вниз за ключом. Но хорошо бы сделать это так, чтобы не проморгать секреты. А это куда? А это где? Странно, как-то они расположены. А, блин. Золотой ключ заперт. А, я понял. Всего-то. Секрет тоже мне, блин. Сейчас. Сейчас. Надо сделать просто вот так. Вот, и наверх прыгнуть. А потом дать в морду тому, кто там стрельнул в меня.
сука. Вот и все. А это быстрее, кстати, пролетает. И лучше всего пропрыгивать вот так. Сдохни, падла. Да вы запарили, блин. Лежать бояться. О, даже так. Ха, интересная хуйня. Ну-ка иди сюда. Интересно, он подойдет? Давай, 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 топай ко мне. Хе, подошел. Какой молодец. Блин, я офигеваю вообще. Уровень классный, но, блин, тут ловушек, конечно. Надо сохраниться, я думаю. Я понял. Я понял. Сейчас посмотрим, чем бы их можно было гандошить. Да, собственно, что я выдумываю-то? Лови. Бей своего братана сам. А я пока свалю отсюда. Че, все? Ну иди сюда тогда. Ой. Кого-то размазало. Спасибо за боеприпасы. Блин, а где тут секрет был? Наверху. А как? А хотя... Я затупил. Тут же труба вот так раз. Потом вот так два. И все. Вот и весь секрет. Так, ладно, давайте сохранимся, короче, тут пока что. И продолжим потом, потому что, опять же, времени прошло дофига. У нас осталось два секрета всего лишь и еще, ну так, под 150 противников, блин. Все, всем спасибо за внимание, с вами был Техномакс, это был Рафаэль Руинов, всем до новых встреч, всем пока.